Кучеров вышел. Вместе с Лепостью. Вместе с Лепостью. И здесь забивает Энквист. Но здесь какие-то вопросы есть, кто забил? Я думаю, нет. Здесь уже все ясно. Андреас Энквист. Приходит здесь шайба к нему. И верхом. Над плечом Лалана идет шайба. Совсем правильную позицию здесь занял Лаланд. Здесь надо было повыше сыграть слишком. Сейчас собирает форму. Пока эти матчи не очень не набрал. Помню, как может играть сам Рыкин. Смотрите, как здесь Умарк сыграл. Да, он показал обманный маневр. Там немножко дернулись игроки. Здесь, ну, вот смотрим, Лалан, ты не поверил этому маневру, а вот как раз вот здесь, в этой ситуации, я